Главное предложение только сегодняшнего дня – костюм Тамары. Это сразу две вещи – элегантная блуза с кулисками и, конечно же, мягкие, удобные брюки на высокой посадке. Однотонная форма брюк дает возможность им быть максимально универсальными, а значит, сочетать как с монохромными, так же и принтованными изделиями. В комплект входит блуза, выполненная из материала масла, с набивным рисунком и элегантными кулисками по обеим сторонам по бедрам, что позволяет регулировать конструкцию и лучше фиксировать на различные типы фигуры. Данный костюм будет идеальным подарком для себя любимой домохозяюшки, которая занимается корпением на кухне или, например, делает уборку. И этот костюм будет идеально для тех, кто собирается в отпуск или в санаторий, ведь в этом костюме вы будете всегда женственной, красивой и удобной. Вот этот оттенок будет называться кораллом. Во всех цветах темно-синего однотонного оттенка будут у нас брюки. Значит, блуза с ромашками у нас с вами коралловая. Вот с такими лилиями будет называться ментоловая в заказе. Вот такой очаровательный с цветами будет называться красный. Такая отсылка к стилю а-ля рус. Набивной рисунок с мелким сказочными цветами это будет розовый в заказе. И завершит у нас с вами вот такой оттенок молочный, напоминающий цветущую яблоньку. Выбирайте свой неповторимый оттенок, а лучше всего берите сразу два костюма. У вас будет две полноценные пары брюк однотонных и два ярких принта футболок. Всегда один в стирку, другой уже на себе. 999 рублей сегодняшняя цена. От 50 до 60 костюмы смело забираем размер в размер, он ему соответствует. Кстати, еще во время репетиции я делала замеры, поэтому сегодня вам уже озвучиваю. По груди 50 размер стартовый идет на 52, по бедрам тоже фиксируется очень удобно. Кстати, наши модели отличаются на размер, но при этом выбирают один и тот же. То есть при желании костюм при максимальном прилегании можно взять на размер меньше, при правильном прилегании взять размер в размер. Ксения вам демонстрирует 50-й на себе вот таком красивом коралловом красном цвете. Данные брюки у нас идут с манжетками по низу. При желании можно носить как полноценную длину, либо делать из них бриджи с подворотами, подтягивая под зону колена. Брюки на максимально высокой посадке, на эластичной резинке и кулиски по блузе. Очень хорошо придает образу полуовальную форму края, что обеспечивает больше женственности и удлинения силуэта. На экранах появляется отзыв «Город Пермь» Ирина Куликова нам пишет. В прошлом году покупала аналогичный костюм. Очень удачная покупка. Сейчас закажу парочку в другом цвете себе на смену. Это, кстати, очень хороший, рациональный подход к своему гардеробу, когда вы подобные модели забираете в нескольких размерах и действительно их между собой миксуете. Летним, жаркой погодой. В этом году, кстати, синоптики обещают, что лето будет достаточно жаркое во многих регионах и даже достигнет той температуры, которая была свыше 100 лет назад. В данном случае вы в этом костюме можете наносить его полностью. Плюс иногда вы соединять блузу можете с цветами, которые есть, например, в вашем гардеробе. Это могут быть и бриджи, юбки, и шорты. За счет именно мультиколора или каких-то фрагментов другого цвета в сочетании в блузе дают вам такую подсказку. Плюс и брюки вы можете сочетать с любыми изделиями, даже включая с теми изделиями, которые идут из нашего этого часа или предыдущего. Поэтому я сегодня вам рекомендую смотреть все прямые эфиры рубрики «Мода» и набирать до бесплатной доставки. 5 вещей приобрели, бесплатная доставка автоматически, ведь она у нас с вами от 4990, причем она работает даже в отдаленные регионы, включая полуостров Крым. И, конечно же, у нас с вами есть возможность, оплатив картой сразу, получить особую привилегию быстрого сбора на складе и, конечно же, минус 5%. Розовый, молочный оттенок. Вот здесь, кстати, ошибка, мне кажется. Что надписи не совпадают. Вот тот, который подписан молочный, это у нас с вами красный цвет. А вот тот розовый, это был как раз-таки молочный. Кто-то, наверное, в пятницу выпивал, да, кто формировал эту графику. Поэтому вот он, красный оттенок. Коралловый цвет вы видите на Ксении, также есть ментоловый цвет, розовый и молочный с яблонями. В принципе, здесь не настолько важны рисунки, насколько важен, в принципе, сама суть, да, костюма. 999 рублей, по факту, две вещи. Вот как раз-таки молочный, вот у нас с вами красивый нежно-розовый, вот этот оттенок красный, ментоловый и у нас с вами вот такой нежный
коралловый оттенок. То есть выбирайте для себя тот оттенок, который вам больше всего нравится. Здесь набивной рисунок, и вот здесь максимально набивной. Это для тех, кто хочет больше скрыть объемы в зоне живота. Разрешенный рисунок, это у нас с вами вот как раз в красном оттенке, он хорош, наверное, у кого, наоборот, акцент на нижний тип, и они хотят больше подчеркнуть как раз-таки тонкую часть своей фигуры, это талию. Поэтому выбирайте. Материал масла. Здесь даже нечего про него говорить, все и так хорошо знают его преимущества. Это отсутствие заминания. Несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал безумно комфортно носится и с большим удовольствием. При растяжимости рисунок не просвечивает. При окрашивании мы видим, что внутренняя сторона у него слабее, чем верхняя. Это значит, что было соблюдение давления красителя на ткань и нету здесь агрессивного у нас с вами напряжения. Евгения вам демонстрирует сейчас, что можно заниматься спортом, пилатесом, йогой. В данном костюме можно просто, например, там, знаете, я не знаю, кто как моет полы, я вот швабры не особо люблю, я по старинке на коленках с тряпкой под диваном, под кроватью вот так вот возякую. Поэтому очень удобно, да, когда в таких брюках колено все-таки прикрыто, да, хоть не обдирать их об пол. Плюс в этот комплект не обязательно носить только дома, хотя его как бы Баинг позиционирует как домашний. Пожалуйста, он может быть очень хорошо вписываться в обычный рабочий день. Добавили туфли на пробковой танкетке, соломенную шляпу, сумочку и пошли в нем на работу. Периодически можно раскомплектовывать, сочетать с различными изделиями. Вот даже в предыдущем части у нас были с вами брюки под лотом номер 3. Вот кто их помнит, кто уже положил в корзину, пожалуйста, они тоже в цветочный принт. Вы можете их перемещать иногда вместо однотонных. А вот однотонные брюки вы можете положить в корзину, точнее этот костюм. И помните, что в вашей корзине уже лежит костюм предыдущего главного предложения часа. Это костюмы Людмилы. Там блузу можно носить как раз вместе с этими брюками. Вот, пожалуйста, в течение дня мы соберем с вами на бесплатную доставку, получим максимальную выгоду и, конечно же, рациональный, а вот такой нежный, комфортный гардероб. Напомню, это предложение этого часа, 999 сегодня цена, именуемая на нашем телеканале, ивент дня, одна цена, один час, но мы сегодня с вами все за 999, костюм Тамара.